называется лавка. А то, что переносится, называется скамья, скамейка, да? Всем хватило места на лавке, так строили плотники дома. Без разговора с хозяином, они сразу же ставили стены и ставили вдоль лавки. Оговаривали следующие моменты. Ширина дома определялась определенным бревном. Либо же приходил хозяин с плотником на его склад, и тот ему показывал.